Захваченные во французской тюрьме заложники освобождены. Накануне вечером в населенном пункте Канде-сюр-Сарт опасный заключенный взял в заложники двух надзирателей. Известно, что обвиненный в радикализме преступник имел проблемы с психикой. Для захвата злоумышленник использовал самодельный нож и потребовал перевести его в другую тюрьму ближе к своему дому. В настоящее время преступника вновь заключили под стражу.